Погнали. Я тоже такой же красавчик. Ну только жарко в нем, ужасно жарко. Так, задача стоит выкрасить балкон вторым слоем. Так, аппарат заряжен, краска настроена, пробники сделаны. Осталось только удачно покрасить. Комнатка обклеена, окна заклеены. Все, осталось покрасить. Единственное, что, конечно, неудобно, это то, что маленькое расстояние, вот здесь узенькое. Но я легко перехвачу, сам здесь руками доделаю, и дальше он стену подделаю. Чтобы здесь пул не ставить, ничего стремянки не подойдет. Underground. Tommy and Gina, who never back down. Tomorrow's getting harder, make no mistake. Вот процеживаем краску. Колготочки 40 ден. Вот так. Пропускная способность хорошая. Грязи много, так что удерживают отлично. Ой, надо выжимать, вторая рука в телефоне. Сейчас будем красить второй слой. Темная краска была серая, сейчас темненькая. Аппарат Аспро 2000. Залили первый слой. Значит, по чуть-чуть подсыхать. Первый слой. Я боюсь, что разных вид умыть будет, но вроде ничего. Нормально. Вроде ничего хорошего, да. Легко готовить вторую стену. У нас именно вот эта темная стена. И вон там, где туалет, тоже темная одна. От угла до угла под обрез. It's my life, and it's now or never. I ain't gonna live forever. I just want to live.